Здравствуйте! Вы находитесь на официальном канале ветеринарной клиники BioVet, и сегодня поговорим о том, как подготовить кошку к выставке. Итак, вы решили, что вы будете участвовать с вашей кошкой на выставке. Пора переходить к организационным моментам участия вашего питомца. И для начала нужно оформить все необходимые документы. У кошки должна быть родословная или метрика. Если у вас беспородное животное, то оно должно быть кастрировано либо стерилизовано. И вы должны предоставить соответствующий документ от ветеринарного врача в том, что кошка не может участвовать в разведении. В ветеринарном паспорте должны стоять штампы обо всех сделанных прививках. Причем иногда организаторы выставки просят, чтобы на момент открытия выставки прошло не больше одного месяца со дня последней вакцинации. Некоторые клубы любителей кошек требуют от своих членов, чтобы животное было чипировано, поэтому обязательно уточните у организаторов этот момент. Кроме того, всего перечисленного, что вам нужно собрать для кошки, вам нужно привести свое животное в порядок. У каждой породы есть свои секреты красоты, но главный секрет заключается в том, что животное должно быть здоровым, чистым и ухоженным. В зависимости от того, какая у вас кошка, короткошерстная, длинношерстная или у нее вообще отсутствует шерстяной покров, от этого зависит требование к выставочному грумингу. Так, например, если у вас длинношерстная кошка, то вам следует накануне выставки искупать ее и сделать ей укладку, чтобы ее шерсть выглядела привлекательно и аккуратно. Если у вас короткошерстная кошка, то мыть следует за неделю до выставки, потому что если вы помоете накануне, то шерсть может выглядеть слишком мягкой, и тогда внешний вид будет не такой пушистый, и шерсть не будет плюшевой. Это очень важно, особенно для британцев. Некоторые владельцы кошек используют различные тонирующие, красящие пудры, тонирующие бальзамы для шерсти животного. Это делать не стоит, потому что если шерсть животного оставляет желать лучшего, то за один раз вы ситуацию не исправите. А вот судьи могут наоборот дисквалифицировать животное или снять ему один балл. Поэтому никаких оттеночных шампуней и бальзамов использовать не стоит. Ну и помните про гигиену. Отправлять кошку на выставку нужно с чистыми ушами, подстриженными когтями и с вымытой шерстью. Кстати, экспериментировать с шампунями тоже не стоит. Лучше использовать то средство, которое вы всегда используете. Кроме того, на выставку вам нужно будет приобрести некоторые вещи. Выставочная палатка и клетка для вашего животного. Желательно, чтобы это все было ваше личное, потому что бывает, организаторы предоставляют клетку для вашего животного, но кошка к ней не привыкла. Также позаботьтесь о туалете, лоток, наполнитель, корм для вашей кошки. Теперь вы знаете, к чему нужно быть готовым, если вы решите отправить вашу кошку на выставку. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорой встречи!